Всем привет, девчонки, всех-всех с праздником, с Днем влюбленных. В первую очередь любителям орхидей хочется пожелать пополнения ваших коллекций, потому что орхидей, ну, их не может быть много. Сегодня я расскажу вам о орхидейке мини, у которой цветной нос идет из точки роста. Вот такая. Мне я в первом видео показывала. Может, кто-то обратил внимание, что у нее вот боковая прикорневая детка. Эту орхидейку я такой и купила с цветоносом. Купила, потому что очень понравился мне цвет. Видео так не передает, но цветочки такие практически канареечного желтого цвета с малиновыми прожилками. Прожилки такого же цвета, как нижняя губа. Очень понравился этот цвет, поэтому я решила ее приобрести и посмотреть, что из этого будет. Я знала, что такие орхидейки дают боковых деток. Ну вот, история этой орхидейки. Значит, где-то полтора года она у меня простояла в закрытой системе, наращивала корешки. Вот такое, я покажу поближе. Вот корневую систему нарастила, достаточно хорошую, практически полностью она заполнила своими корешками бока. Вот, видно. Вот везде корешки у нее зеленые, здоровые. Нет ни гнилых, ни сухих, по крайней мере, вот когда так крутишь, не видно. Вот. Она доращивала понемножку свой цветонос, давала боковые ответвления. Здесь вот. То есть цвела вот так по два, по три цветочка. Но никаких деток она мне не давала. И вот буквально этой зимой за 2 месяца она вырастила боковую детку. Вот такие вот 2 листика. Можно сказать, практически полноценных. 2 листика. Вот у этой детки нет еще ни корешков. Вот. Пока что только 2 листика. Прошло полтора года, напоминаю. И вот только такая детка, и неизвестно, когда она еще даст корешки, когда зацветет. Я к тому, что такие орхидейки покупать можно, но будьте готовы, что даже при идеальном уходе, в хороших условиях, придется подождать. Подождать деток, и неизвестно, когда она еще зацветет, такая детка. Вот такое маленькое видео сегодня. Девчонки, кто пишет мне, всем спасибо. Я вас всех читаю, отвечаю по возможности. Спасибо за теплые слова, теплые комментарии. Буду дальше снимать видео для вас по запросу. Все. Всем пока, до новых видео.